Перед тем, как мы с вами перейдем к уроку номер 3, в котором мы переключим вашего робота из работы с Ethereum Mainnet в Aerolab Sidechain, я объясню, что это значит, что такое Aerolab Sidechain, чем это мы в декабре таким занимались. Перед этим нам нужно с вами сделать несколько изменений в настройках Аиры и сделать одну утилитарную задачку, которая упростит дальше вашу жизнь и мою в том числе. Мы откажемся от работы в консоли VirtualBox, а подключимся через SSH, соответственно, с моей рабочей станции к виртуальной машине. Первый момент. По умолчанию в настройках сети для этого образа виртуальной машины Аира 0.17.0 работа сети была выбрана с NAT. И вот я ее изменил, было вот, ну, словно вот так. Я его изменил на мост, чтобы мы с вами смогли, соответственно, как и через SSH к ней подключиться по IP-шнику, который увидим сейчас вы в конфиге, так и Аира все-таки смогла ловить сообщения от других экземпляров из сети. Вот. Для этого нужно перейти в настройках вашего образа виртуальной машины из NAT в Bridge. Соответственно, делаем это. Больше изменений носить не надо. И запускаем. Пока запускается Аира заново и подгружает все службы, мы с вами давайте разберемся с тем, как обеспечить подключение по SSH к Аире. Для подключения по SSH нам необходимо будет, чтобы вы прописали RSA-ключ на Аире, тот, который вы используете для работы, соответственно, с вашей рабочей машинки. Я знаю, что у многих так не сделано, но эта задачка полезная, и еще мы ее сейчас свяжем с вашим GitHub-аккаунтом. Вы видите довольно-таки приятную способ коммуникации между вашими виртуальными машинками и вашими RSA-ключами. Итак, соответственно, что нужно нам с вами сделать? Нам нужно с вами создать директорию SSH и затем curl-ом скачать ваш ключ публичный RSA, который вы используете для авторизации на GitHub. Если у вас прописан RSA-ключ, то по вот такому адресу https github.com/ дальше имя вашего аккаунта на GitHub keys будет, соответственно, ваш публичный ключ. И мы его с вами отправляем в только что созданную SSH, авторизованные ключи. Саму команду я также в описании к ролику добавлю. Ну, в общем, вот, соответственно, у меня сюда записался ключ. Если ввести в браузере строчка https github.com/rationes.keys, можно видеть мой публичный ключ, и он у меня прописан на моей машинке. Теперь мне надо только посмотреть на Аире ее IP-шник. Мы видим, что локальный ее IP-шник 192.168.20.29. Ну вот, давайте тогда и подключимся. Саш, подключаемся вот рутом и 192, 168, 20, 29, по-моему, я сказал, да? 20, 29, да. И, соответственно, авторизуемся. Опс, извиняюсь. Все. А теперь смотрим, и у нас с вами через терминал запустилась Аира. Соответственно, можно повторить урок
номер один, где мы вызывали топик greetings, и теперь точно в течение пары часов должны услышать кого-то другого в сети, кроме вас. Ну вот, а теперь перейдем к уроку номер три.